Всем привет, с вами Оля. Группа Немофила с двумя каверами. Попала эта группа к нам только благодаря донатикам от Стаса. Стас, привет и большое тебе спасибо. Давненько группы Немофила у нас не было на канале. Наверняка уже все соскучились, я в том числе. И сегодня у нас целых две кавер-работы. Одна из них на группу Maximum the Harmon, That's About Billy, что в переводе означает «закон безнадежен», что-то вроде того. И второй кавер на группу Rotten Grafty, если правильно читаю. Название абсолютно полностью на японском, поэтому прочитать, к сожалению, я не смогу, но если переводить через Яндекс.Переводчик, означает это «золотое граффити». Что ж, две кавер-работы, без лишних предисловий. Поехали! Начнем мы, как всегда, с работы, которая вышла раньше, год назад. Maximum the Harmon, That's About Billy. На моем опыте уже была кавер-работа на данную группу от Немофила. Что ж, пришло время для второй. Погнали! Я уже перестала удивляться внезапным вступлением. Мне не хватало голоса моим. До голоса я уже насчитала данной песни. Как будто Тама поет. Это Тама пела? Интересная песня по исполнению. Да, это там поет. А мне показалось, что она просто подпевает. Пошли в разнос. Тряской головой. Прекрасно. Трек очень интересный, своеобразный, и я насчитала три тембра голоса от Маю в треке.
Ну, в принципе, что неудивительно уже, наверное, ни для кого. С текстом песни я ознакомлена. Трек называется «Закон безнадежен», и, в принципе, вся тематика трека именно в борьбе с законом. В тексте рассказывается о проблеме с беззаконием, о том, что мир закрывает глаза на многие преступления, но есть я, человек, который сможет положить этому конец. Зло навсегда исчезнет благодаря мне, опять-таки. Текст песни рассказывается как будто от первого лица. Затем в вышеуказанной теме также добавляется тема любви, как смысл, спасение. Единственное, что мне не очень было понятно, что значит Кира. Возможно, это имя. Если это имя, то оно не раз еще появляется в тексте. Кира, Кира, мы Кира, мое имя Кира. Это наверняка есть какой-то тайный смысл, о котором я не знаю. Имя Кира означает «госпожа, подобная солнцу». Может, это прозвище какого-то персонажа. Не знаю, напишите в комментариях, если вы в курсе. В общем-то, и все. Смысл трека очень даже неплохой. Песня интересная. Я думаю, ее стоит еще несколько раз послушать, чтобы определиться до конца. Но пока я хочу сказать, что что-то мне напомнило из работ, предыдущих работ Немофила. Поначалу особенно. То есть трек такой, я бы не сказала, что он реально запоминающийся, но в исполнении Немофила все звучит очень круто. Не знаю, как он в оригинале, но Немофила, мне кажется, преподнесли его очень круто. Что ж, давайте перейдем ко второму треку. Rotten Gravity. Повторюсь же полностью название трека на японском, поэтому будем надеяться, что он хотя бы переводится как «Золотое граффити». Вышел 2 месяца назад. Не помню, говорила я об этом или нет. Пусть он уже поновее. Посмотрим, в какой стилистике этот трек. Ну, это, конечно, зависит от самой группы, которую я, собственно, не знаю. Поэтому посмотрим. Поехали. Знаете, очень что-то напомнило. А, нет, показалось. Вступление очень похоже на какой-то трек. А, мое у нас здесь в стиле за 2 человека исполняет. Такой интересный образ у меня, как у рэпера. А, не зря она в стиле рэпера. Вся такая на свеге. Мне кажется, или есть какая-то обработка? Мне показалось, наверное. Опять тяжелое звучание. Это что такое? Прикольно. Какое-то постороннее звучание, или мне кажется, помимо инструментов?
Дуэт. Две мою. Что может быть лучше? Ну да, как же без этого? Класс. Ух, второй трек прям кочевый-кочевый. Хотя первый тоже, я даже не знаю. Наверное, второй трек мне даже понравился больше, потому что там было две мою. Дуэты с мою. Это как вообще? С этим кавером, конечно, с текстом уже возникли проблемки, я не нашла. И точного перевода тоже, так что сказать по тексту ничего не смогу, к сожалению. Оставляю это на вас, можете написать в комментариях. Я думаю, будет интересно почитать не только мне. Что сказать по треку? Очень сложно что-то говорить. Я уже много раз повторялась о том, что не разбираюсь в данной музыке. Говорить постоянно, понравилось мне или не понравилось, мне кажется, это глупо. Но я, наверное, продолжу именно это и говорить, потому что, в принципе, больше ничего не могу сказать. Трек реально, мне кажется, запоминается, поскольку здесь было что-то новое лично для меня. Это дуэт «Две мою» одновременно. Это очень классно и необычно звучало. Чуть-чуть автотюна мне послышалось в одном моменте. Это ни в коем случае не портит пение мою. В принципе, это все, что я могу из себя выдавить. Выжить. Больше ничего не могу сказать, к сожалению. Это было все мое видео. Если оно тебе каким-то образом понравилось, не забывай оценить его пальчиком вверх. Подписаться на канал, ведь подобных роликов будет еще много на канале. Также напишите, какая кавер-работа вам понравилась больше. Если вы сможете выбрать одну, потому что даже мне это сделать сложно. С вами была я, Оля. Всех вас безумно люблю. Целую, обнимаю. Сердечко для вас и всем пока-пока. Пока-пока.